Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Живущая в роскоши Малышева взбесила народ. Елена Малышева часто общается с поклонниками в сети, дает им советы. Но после того, как теледоктор показала часть своего жилища, многие интернет-пользователи обозлились на нее. Недавно Елена Малышева продемонстрировала подписчикам свою ванную комнату. Ведущая передачи Первого канала «Жить здорово» показала народу набор полотенец, зеркало, а также подставки, выполненные в виде птиц. Теледоктор не скрывает, что ей очень нравятся изысканные вещи. При этом она любит удобство. Интернет-пользователи обратили особое внимание на специальный холодильник, где Малышева хранит косметику. Подписчики не оценили роскошь. Они посчитали, что ведущая «Жить здорово» хвастается красивыми и дорогими вещами. Также россияне отметили, будь Елена Васильевна обычным доктором, таким имуществом она не владела бы. Напомним, с весны прошлого года Малышева активно говорит о коронавирусе. В своем инстаграм-аккаунте она то и дело поднимает эту тему. Но Елена Васильевна не ограничивается интернет-пространством. Об инфекции она также рассказывает в передаче «Жить здорово». Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр!